Стенд для очистки внутренней поверхности баллонов STI BOV1. Оборудование предназначено для очистки от окалины и ржавчины внутренней поверхности стальных баллонов. Стенд представляет собой стойку, состоящую из нижней, неподвижной, и верхней, рабочей, частей. В верхней части стойки установлены привод вращения и привод вертикального перемещения установленного изделия. С помощью установки для кантования баллонов размещается подготовленное изделие с демонтированным вентилем. Подготовленный очищаемый баллон устанавливается на платформе в нижней части стенда. Далее во внутреннюю часть баллона помещается рабочая часть инструмента, переходник и удлинители с цепями. С помощью подъемного механизма баллон поднимается для соединения рабочей части инструмента с приводом вращения. Установленный баллон надежно фиксируется с помощью требуемого количества прижимных захватов. Работа привода вращения инструмента обеспечивается линией пневматического давления, например, саховой пневматической линией. Во время работы инструмент совершает движение в двух плоскостях: горизонтальной – работа привода вращения, и вертикальной – работа привода вертикального возвратно-поступательного перемещения. Таким образом, обеспечивая качественную очистку внутренней поверхности баллона. Раз фиксация и удаление очищенного баллона из рабочей зоны стенда производится в обратной последовательности.